какой мальчишка в детстве не мечтал о собственной железной дороге? И чтобы поезда и вагоны были как настоящие? И чтобы стрелки можно было переключать? И чтобы размером с целую комнату? Огромный макет, состоящий из 20 модулей, появился в Музее мостов. Сюда, на 31-ю международную выставку «Железнодорожный моделизм», съехались люди, которые не в игрушки играют, а создают реалистичные модели поездов. Управлять самим макетом – это довольно сложная работа. Наши участники проходят особый инструктаж, чтобы предотвращать аварии, всякие происшествия. А что с ними случается, если вдруг происходит авария? Ну, как в настоящей жизни нас вызывает остановительный поезд. Как и на большой железной дороге, за станцию несет ответственность дежурный. Он принимает составы и переводит стрелки. Машинисты управляют локомотивами через специальное приложение на мобильном. Вот у нас немножечко нештатная ситуация. У нас расцепились секции. Сейчас устраним, поедем дальше. Сход, к сожалению, модели крайне капризные. Макеты вокзалов, станций, домов, лесов, мостов, заводов – почти все это ручная работа. По рельсам бегут прототипы поездов, которые существуют в реальной жизни. Это моя модель моего изготовления. Соответственно, то есть она собиралась, все вот эти проволочки, то есть поручни. Она была окрашена, на нее, как видите, были нанесены следы эксплуатации. Перед вами необычный синий локомотив 1955 года постройки. Его собирали в Польше по коломенским чертежам. Таких в России на данный момент сохранилось только 3. И один из них ходит по Горьковской железной дороге. Самая долгая и самая сложная – это была будка машиниста, миниатюра парогенератор, труба из жести, буферные фонари из дерева, экипажная часть. Впрочем, не только пассажирские и грузовые поезда в центре внимания моделистов. Трамваи, автобусы, легковушки, грузовики – все это часть одной большой картины. Сегодня очень многие правительственные форумы обсуждают серьезную проблему кадрового голода в инженерных, технических специальностях. А как самого юного будущего железнодорожника-то привлечь к профессии? Вот через эти бегающие модели, интерактивные, яркие, интересные, через общение с людьми, увлеченными техническим творчеством. Мир железных дорог притягивает как магнит. Он становится понятнее и ближе, когда взаимодействуешь напрямую. Вот он, прекрасный шанс попробовать себя в роли диспетчера, инженера или даже машиниста.